Чебоксарах завели уголовное дело на 58-летнего местного жителя, который бросил самокат в 11-летнего мальчика. Инцидент произошел в конце сентября. Мужчину подозревают в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью малолетнего. Момент расправы попал в объектив камеры видеонаблюдения. Чебоксарец вышел из подъезда одного из домов по проспекту Мира, взял железный самокат и без видимых на то причин бросил его в ребенка. В результате у мальчика рассечение головы. В настоящее время подозреваемый написал явку с повинной. Свою вину в инкриминируемых деяниях он признал, в содеянном раскаивается. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе уже назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установлено, что мальчику был причинен легкий вред здоровью. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемому, составляет до 5 лет лишения свободы.